Итак, всем привет, Костало здесь, и мы с вами продолжаем проходить Maid of Scare. Давненько я, в общем-то, не брался за эту игру. Прошло аж целых несколько дней с тех пор, как я эту за игру не брался. И, в общем, мы продолжаем гулять по окрестностям отеля Scare. В прошлой серии, если что, мы только-только начали знакомиться с этим самым отелем. Побывали в подвале, побывали в саду, где много чего повидали. И сейчас мы с этого сада вроде как пытаемся вернуться обратно в отель. И я много, помимо чего, еще узнал. Ой, какой. В шляпе, главное. А, то есть нельзя этим дышать. Ага, я понял. И оказывается, есть еще газ. Смотри-ка, чё. Так. Опять кукла. Так, спокойно. Еще, оказывается, в игре есть... Я вот узнал недавно, что, оказывается, в игре еще есть какая-то шкатулка. Которую я вот, когда после того, как я найду, я смогу с помощью нее отпугивать вот этих вот чубриков. И... Я еще недавно узнал, что, оказывается, в игре действительно есть загадки. Что в игре есть загадки. Они не особо сложные, они рассчитаны на скорость и на... Вроде на реакцию или... Вроде она рассчитана на реакцию, на скорость реакции и на последовательность того, чего я буду делать. Так, я вообще не понимаю, я иду правильно или неправильно? По-моему, я иду неправильно. В игре же, кстати, есть еще карта, я про нее и забыл. Сады. Вот, наконец-то появилась карта садов. А нам нужно сейчас вернуться в отель и найти еще два цилиндра, потому что мы в прошлой серии нашли один цилиндр. Сейчас где-то я еще должен найти еще один цилиндр. И оказывается, вот эти чубрики, они могут слышать, даже если я задерживаю дыхание. Поэтому вот. Но они далеко особо слышать не будут, поэтому все нормально. Можем бежать пока дальше. И от них спокойненько так прятаться. Находясь в присядочном состоянии, можно так сказать. Так, где он? Этот чубрик. Я что, мимо него прошел? Нет. Так, мимо него я не прошел. Так, опять где-то телефон звонит. Так, секунду, он куда сейчас идет? Он сейчас куда идет? Блин, он идет сюда, это плохо. Он идет сюда, это отвратительно. Тогда быстрее чуть-чуть, пока он не вернулся обратно. Раз у них, короче, нет зрения, но есть слух, то что насчет, например, обоняния? Про обоняние, кстати, нам ничего в игре не говорят. Так, ну вот, наверное, вот этот вот вход есть в отель, нет? Так, дверь я могу открывать. Я не знаю, почему в игре такая графика мыльная. Совершенно этого не понимаю. Так, вот еще часть карты появилась. Так, второй цилиндр находится довольно-таки далеко от меня. Поэтому сейчас, после того, как мы поговорим по телефону, пойдем туда. И все. Что я могу еще сказать? Давайте разговаривать по телефону. Совершенно не понимаю, для чего здесь поставлено, короче, диалоговое окно. Если все равно по этим диалогам приходится все равно пробежаться. То есть здесь нет иллюзии выбора, как, например, в Mass Effect. Если каждый выбранный диалог, он на что-то влиял, то здесь какой бы диалог я бы ни выбрал, он ни на что не влияет все равно. Элизабет, ты все еще там? Томас! Да, да, я в порядке, но я боялась, что случилось самое ужасное. Я тебя так долго не было, я боялась, что тебя тоже забрали. Вот серьезно, я продолжаю видеть собаку. Убитую, кстати. О, должно быть, это Калиоп, пес моей покойной матери. Я так надеялась, что она осталась жива. Это, кстати, это Исаак, который его чуть не убил. У меня были причины полагать, что мой дядя избавился от нее. Они пытали того человека, Элизабет. Что за мерзкий ритуал?
Господи, боже. Господи, пожалуйста, сжалься. Что они пытаются сделать? О, бедные души. Будь начеку, Томас. Не дай им поймать тебя. Я серьезно, вот что-то... Как приятно снова слышать твой голос. Серьезно, я вот, честное слово, ловлю себя на мысли, что Элизабет нас использует. Раз она даже вот говорит подобное, что типа я... Воу-воу-воу. Псина, главное. Ха. Окей, она жива. И это радует. Я ловлю себя постоянно на мысли, что этот пёс... Ой, пёс хотел сказать, что... Так, стоп, я иду не туда. Мне нужно вот сюда. Мне сначала надо вот сюда пойти за этим. Кстати, а сколько мы вообще собрали... этих, как их зовут? Сколько мы сейчас собрали кукол? Можно узнать? Фонографы... Сколько мы их собрали? Раз, два, три, четыре, пять. Пять фонографов мы нашли, а их всего в игре 6, 12 и 18, что ли? 18 фонографов в игре. А куклы? А почему нам куклы не показывают? Сколько примечаний, предметы, которые нужно собрать? 7 кукол мы только собрали. Ой, тихо, спокойно. 7 кукол пока мы только собрали. Хорошо. Поехали дальше. Сейчас мы пойдем поищем еще один цилиндр. Мыскер. Вот на мыскер мы сейчас и пойдем. Найдем там еще один, короче, этот цилиндр и вернемся назад. Так, самое главное сейчас не наступать на капканы. Как это было в Cursed Forest, где там я на каждом шагу чуть ли не наступал на эти капканы. What the hell? Я слышу, как она скулит, но я не вижу, где она. Блин, эти завывания меня сейчас выбесят. Я не вижу ее. Ага. Давай освобожу. Не скули. Все, успокойся. Не лай. Не лай давай. Тише. Тише, тише. Не лаять. Не лаять. Все, давай. Спокойно. Не надо лаять. Сейчас тебя освобожу. Прекрати лаять. Все, давай, беги. Не надо за мной ходить. Мне не нужна еще одна жертва из этого. Из ведьмы из Блэр. Потому что я уже, как вы знаете, один раз потерял собаку в ведьме из Блэр. Больше мне не надо. Так. Вот он, цилиндр. Или где он? Или он сзади? Не понял. Не понял. Чего? В смысле? Так, окей, подожди. Секунду, где цилиндр? Я что-то должен сделать? Я вообще сюда дошел? Да, дошел. Так, дверь не открывается. Подожди, а что я должен сделать? Не понял. Я тебе должен ключ найти? Или дослушать, пока песня пройдет? Или надо вот в колокола ударить? А, ну-ка. Может, она в колокола ударить? Секунда. А что случилось? Не понял. Надо поочередно в колокола ударять, что ли? А, подожди, надо на стрелку надо обращать внимание. Точно, надо на стрелку обращать внимание. Все. Так. Так, север. Дальше. Все? Все, хорош. То есть, значит... Запад. Запад. Восток.
север, то есть запад-восток, запад-север. Так. Все, заканчиваю петь. Так, цилиндр Геру. Окей, хорошо. Второй цилиндр мы нашли. Сейчас возвращаемся обратно. Цель обновлена. Обновление цели. Сейчас нам нужно добраться вот до вот этой вот места. И последний цилиндр должен находиться где-то там. В игре, если что, сразу говорю, не особо много локаций. По-моему, их всего вообще 4 локации. Это первый этаж, второй этаж отеля, сады и подвал, и все. И больше особо... О, тихо, спокойно. И больше особо здесь локаций как таковых нет. Чего? Пускай уходит. Я аж слышу, как сердце стучит. Тихо. Не дури. Не дури, не дури, не дури, не дури. Вот если бы он в капкан попался, это было прекрасно. А надо, короче, видимо, следовать за ним. Спрятаться от него никак не получится, например, в кустах. В кусты спокойно залезть и спрятаться. Серьезно? Нет, тут нет. Меня тут нет. Иди обратно. Ты меня не слышал! Ты меня не слышал! Закрой. Спасибо. Ты меня не слышал. Не ври. Не ври. Так, вот сюда мне надо сейчас, да? Ну да. Видимо, надо мне еще сюда. Так, куклы здесь нету. Ящик можно открыть? Нет, этот ящик нельзя открыть. Ладно, окей, пошли. Так, фонтанчик. Оу! А! Блин, смотри-ка, чё? Он дверь открыл. Он как-то смог дверь открыть. Эй, закрой. Все, он ушел. Он как-то дверь открыл. Нормально ты, нет? Так, а тут что у нас? Фиолетовый газ более мощный. Он подавляет чувствительность и закупоривает легкие. Может ли он что? Помочь с ритуалом. А, ну этот, которым я сейчас дышал. Он меня чуть нафиг не убил. Так, где-то должен быть ответ. Способ использовать эту песню. Бла-бла-бла. Спеть для меня. Понятно, короче. Журнальчик. Так, что ты делаешь? Спокойно. Вот она, шкатулка. Вот она, та самая звукоподавляющая шкатулка. Ну, как звукоподавляющая? Звуковоспроизводящая шкатулка. Которая мне поможет в борьбе с вот этими чуваками. У тебя прибор. Вот, смотрите, как это сейчас будет действовать. Вот, смотрите. Я нажимаю. И они на какое-то время оглушаются. Но это плохо, что они на какое-то время оглушаются. Потому что иначе потом они все равно потом восстают обратно. И, в общем, вот так вот. Что это такое? Картридж звукового модулятора. Это еще надо собирать? Или это что? Не понял. Это мне еще надо собирать. То есть эта штука еще умеет... То есть эта штука еще имеет боеприпасы. Ну, по крайней мере, что-то похожее на боеприпасы, я так понимаю. Так, я сейчас вот здесь. Ну-ка, посмотрим, что здесь за комната. Так, фуникулер, отлично, хорош. Здесь я могу сохраняться. Это хорошо, давай, послушаем. Поехали. Даже встану вот так вот. Блин, если она просто будет реветь, тогда какой смысл мне сюда звать? Понятно, она здесь будет просто реветь. Все, выпустите меня. Она здесь просто будет реветь. Она здесь будет просто реветь. А меня это немного напрягает. Поехали дальше. Так, сейчас начнется большая площадь, в которой явно будет это... Очень много их будет сейчас. Поэтому на всякий случай я возьму. Да, смотри-ка, эту штуку еще надо заряжать. Нифига. А, вон он один. Я ее буду использовать только в тех случаях, когда они будут на меня нападать.
А так смысл ее использовать? Прям сейчас. Так, это что? А, я это должен еще найти, смотри-ка, чё, окей. Так, ладно, сейчас найдем тогда. Здесь есть на карте место, где я могу найти? Думаю, да. Думаю, должно быть место, где я могу найти на карте эту штуку. Как аккумулятор, похоже. Их там двое? Походу, двое. Скорее всего, да, их там двое. Вон двоих остальных вижу. Почему у меня главный герой опять не восстанавливает здоровье, мне интересно узнать. Они, самое интересное, даже стук сердца слышат. Прям идеально так слышат. Так. Выпей. Так, выпей. А то у тебя что-то здоровье немножко похерено. Чуть-чуть. Поехали дальше. Так, тихо. Тихо, спокойно. Надо просто от них быть на расстоянии, и все. А еще лучший способ здесь есть, это просто подождать. Просто подождать, пока они отойдут. Вот, отлично, он повернулся, это хорошо. Сейчас идем спокойненько назад. Но они что-то какие-то слепошарики прям конкретно. Даже не слепошарики, а глухарики. Они вообще супер глухие. Они же вроде должны слышать так же, как, например, щелкуны делали это в Last of Us. Но здесь они почему-то слышат не очень хорошо, как Last of Us. Что, меня тут заметил? Нет. Никто меня не услышал, ты чудо, да? Включи. Так, а вот сейчас могут быть проблемы. Потому что эта штука, она открыта. А, серьезно, здесь еще один где-то рычаг есть, нифига ты. Я-то думал, здесь один рычаг всего лишь, а нет, оказывается, здесь два рычага. Да-да, ладно, окей, пойдем назад. Сейчас поищем еще один рычаг, где можно находиться. Главное не попадаться этим глухариком в руках. Я что, еще вообще иду назад? Нет. Я иду прямо туда, куда мне надо. Вот если бы при их виде сердце бы не билось, было бы вообще прекрасно. А так постоянно у главного героя бьется сердце. Из-за этого, блин, мне становится только хуже. Главное, самое интересное, что они не слышат моего голоса. Это хорошо. Да ё-моё. Ну давай, быстрей. Все, второй рычаг открыт. Все, идем назад. Это было бы неплохо пройти через поле. Хотя поле, оно, по-моему, звуки издает прям громкие. Здесь же эта игра рассчитана на то, чтобы... На то, что здесь объемный звук. То, что, мол... Здесь каждый шорох будет услышан ими. О, кукла. Хорош. Хорош. Интересно, если я соберу все 20 кукол, это получается, я открою хорошую концовку? Здесь в игре куклы расставлены явно не просто так. С этими куклами явно будет какая-то, наверное, концовка, что ли. Я прям уверен, что куклы вызывают концовку. Твою мать. Так. Все, пошли. Пошли, 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 пошли. Убери. Все. Отлично. Отлично. Оно же в следующую локацию все равно не заходят. Они же помимо глухариков, они же еще и безмозглые, они же ведь еще не умеют дверь открывать. Вроде как, а вроде и нет. Ну, посмотрим. Ну, наверное, нет. Они не умеют открывать двери. Не в состоянии нормально даже спокойно взяться за дверную ручку и открыть дверь. Вот так вот, в общем. Не знаю, за сколько серий я пройду эту игру.
Но точно не больше 4. Потому что игра, она не особо длинная. Но и не особо короткая. Так, значит, это мы сейчас где? Первый этаж. Это мы где? Это мы вот тут. Это мы вот тут. Здесь двери закрыты. Ключей у нас, естественно, нету нифига. Значит, посмотрим новое помещение. О! Смотри-ка, что, театр. Нормально, ну-ка, давай. Посмотрим. А, понятно. Я понял. Этот театр не для меня. Not for me, театр, not for me. Хотя можно было на самом деле, знаешь, что сделать? Надо было, наверное, можно было на самом деле сейчас взять сундук. А он сейчас будет около театра стоять, нет? Или этот сундук не открывается? Это просто декорация, да? В этом сундуке явно находится карта. Ключ! Хорош, ключ Кракен. Окей. Значит, я при выборе ключа не запутаюсь. Так, это что? Это объявление мы видели в начале игры. Так, кукла, по-моему, где-то здесь должна валяться. Так, лечилка, вон вижу, аптечка. Возьму ее. Я же, кстати, в предыдущей серии какую-то лечилку-то даже брал. А я про нее вот взял и забыл. Так, он что, идет сюда? Твою мать, он идет сюда, это плохо. Куда он идет? Тихо. Вот здесь где-то была записка. Нет, записок здесь нету. Окей, ладно, хорошо. Куклы здесь... Ты издеваешься? Куклы здесь, кстати, тоже нету. Все вот эти чубрики в игре, они идут по назначенному разработчикам маршруту. То есть у них никогда не бывает нового маршрута. Они вольно ходить не умеют. Они умеют ходить только по назначенному маршруту. Чуть ли... Серьезно? Серьезно, ладно, окей. Хотя бы понятно, какой ключ надо использовать для этой двери. То есть надо еще, оказывается, вглядываться в рисунки, чтобы понимать, какой ключ надо использовать. Ну-ка, это куда ведет? Ага, застежка, окей. Так, спокойно. Где-то здесь зазвонил телефон, я слышал. Но перед тем, как мы пойдем к телефону, сначала... Нет, не надо так. Так, для начала закрой дверь. Тогда он не поймет. Идем. Они вроде двери не умеют открывать. Так, надеюсь, там тупика нету. И все нормально. Так, у нас здесь есть орел, хотел сказать сокол. Так. Так. Ой, да блин. Трезвонишь. Ладно, окей, сейчас, секунду. Сейчас посмотрю, нет ли здесь кукол. Ой, понятно, короче. Так, здесь, значит, кукол нету. Окей, идем. Созваниваемся. Так, мне удалось найти цилиндр второй. Томас, это прекрасные новости. Это, безусловно, освободит всех нас. Но это я в этом не сомневаюсь. Ты знаешь, где я могу отыскать остальные? Последний один. Извини, любовь моя, но нет. Мой отец и дядя, моя семья, у них было много секретов, и только сейчас так многое становится понятным. Другие цилиндры должны быть в отеле. Возможно, на втором или третьем этажах. Я вот и говорю. Значит, вот как добраться ко мне. Способ, чтобы подняться сюда, на чердак. И чтобы ты меня могла убить. Потому что, серьезно, я что-то этой Лизе нифига не верю. Эта Элиза, она меня как-то, по-моему, за нос водит. Типа, мол, она меня водит куда-то в сюжет и так далее, а в итоге она окажется, что предательница или типа того. Так, значит, здесь нужен потом ключ. Благо, карта здесь запоминает, это хорошо. А я могу еще созваниваться, что ли? А, понятно. А, сейчас будут говориться и рандомные фразы, не только. Так, еще карта, смотри-ка, чё. Так, это я могу сейчас, получается, включать эти звуки. Пока звуки не включаем, пока возьмем часть карты. Так, смотрим. Так. Найдите способ попасть на второй этаж. По-моему, я уже нашел этот способ. Мне нужно, получается, попасть вот в эту область. Сейчас. И потом как-нибудь еще добраться до сюда, потому что здесь нужно использовать ключ Кракен.
Я забыл вот здесь что. Там был проход завален, по-моему, да? Там, по-моему, проход был завален. Окей, подожди секунду. Окей, хорошо. Так, здесь что? Так, здесь открывается дверь. Это хорошо. Пока звуки, наверное, мы сейчас использовать не будем. Можем, конечно, тупо для чистоты эксперимента просто посмотреть, к чему он может привести и так далее. Так, композитор Генри Хьюз представит свой новый шедевр. Известный композитор. Фото, не фото. Окей, понятно. Короче говоря, пропоют песню для всех и вся. Так, это тоже звуки использовать. Ну-ка, давайте сейчас прослушаем. Да, это звоночки. Это просто звоночки, по-моему, буфет, все дела. Понятно, короче. Короче, понятно. Ладно, окей. Так, фонограф, отлично. Сохранение. Слава тебе, Господи, давай. Проиграй. Томас. Короче, в одном она просто ревела, во втором она говорит просто одно имя, Томас. Так, а почему нельзя вот это пробить? Так, вентиляцию почему-то нельзя пробить, это плохо. Вентиляция почему-то не пробивается, это плохо. Так, окей. Тогда получается, нам нужно сейчас попасть в комнату, где находятся закрытые двери для ключа Кракена. Поэтому идем. Так, отсюда выбраться, получается, не получится, да? Было бы неплохо, если бы главный герой мог перепрыгивать. Это было бы хорошо. А так, короче, приходится, блин, ходить по вот этим коридорам, блин, везде и постоянно. Это немного меня... Мне не нравится такое. Да, здесь завалено все. Здесь все завалено, это плохо. Так, тут что? Так, то отсюда я вышел. Из этой комнаты я вышел. А значит, получается, сейчас мне остается только идти в то место, где находится ключ Кракен. Не понял. А почему ты выключил этот? Ой, ну в смысле, ну вы поняли. Так, этот ящик не открывается, окей. Так, сейчас куда мы идем? Так, сейчас мы идем туда. Пошли. Открывай. Ой-ой, тихо. Так, главное, он не идет за мной, это хорошо. Так, вот, значит, дверь, где нужно использовать ключ Кракен, да? Да, хорош. Ключ Кракен. Так, закрой дверь. Так, кинопроектор. Так, подожди. С кинопроектором пока подожди. Сначала я тут должен все осмотреть. Ладно, потом. Чего? Так, ладно, включи. Так. Воу! А как ты сюда попал? Ну-ка, слышь! Подожди, а как ты сюда попал? Ты не офигел ли? Как ты сюда попал? Ты чё? Ты чё? Ты как сюда попал, дурачок? Секунду, закрой дверь. А как он сюда попал? Я же дверь закрыл. Они умеют, оказывается, еще и двери открывать, нифига. Так, а где это сейчас? Так, я сейчас обратно в коридор вышел зачем-то. Ладно, окей, подожди секунду. Так, используй. У меня же лечилка есть. Так, спокойно. Я, короче, карту не успел посмотреть, ну да ладно. Чего? Че там? Голова? О, аптечка хорош. Аптечка. Да что происходит, блин? От них вообще прятаться можно? Нет? Они меня бесят, реально. От них... Они дверь умеют открывать. Вы что, охренели? Они дверь открывать умеют. Смотри-ка, что. Эти козла не умеют дверь открывать. Подожди. Ой, короче, подожди. Я не могу сейчас там ничего посмотреть, потому что около меня стоит этот чубрик. Что это? Пивной кран. А, окей. Это вот недостающий кран, который был около тех самых кнопок. Со звоночками, не только. Так, ладно, смотрим. При проведении последнего теста
Цилиндрами замечен замечательный прогресс. Объект под номером 4 показывает признаки внушаемости и повиновения после нескольких сессий на кафедре. Сочетание аудиостимулирования и визуального внушения доказало свою эффективность. Но как масштабировать результат, распространить его на широкую аудиторию? На кого? Персонал? Типа что, они с помощью пения гипнотизируют? Получается, что ли? С помощью пения они умеют гипнотизировать? Ну, скорее всего. Блин, вот было бы неплохо, если бы главный герой умел стрелять. Это было бы вообще отлично. Так, ключ Кракен, давай. Так, а это мы уже на... А это уже мы у лифта. Так. Ясненько, понятненько. А, 4 цилиндра даже. А почему она сказала 3? Не понял. Ладно, окей. Так. А, вот здесь, получается, нужен другой ключ. Здесь вообще непонятно, какой ключ нужен для лифта. Вот, собственно, на один способ, кстати говоря. Так, сейчас нам нужно, короче, как-то вот взять и убрать монстра с моего комнаты, с моей комнаты. Потому что он мне нафиг мешает рассматривать, короче, карту. Как его вот приманить? Так, он сейчас дверь открыл, окей. Закроем дверь, чтобы он сюда не мог входить. И смотрим, что нам показывает карта. Так, это подвал. Это я не знаю, что это такое. Так, ну здесь мы нашли цилиндр. Это местонахождение цилиндров. Это местонахождение цилиндров, но... Так, секунду, подвал. Первый этаж. Сады. Ну, в саду я нашел под цилиндр. В подвале не находил. Но в подвале нету таких дверей, с помощью которых, для которых понадобится мой ключ. То есть сейчас у нас важная цель — это попасть вот в эту комнату как-то. Главное понять сейчас как. Так. Я даже не знаю сейчас куда идти, собственно. Вообще не понимаю. Подожди, я сейчас пытаюсь понять, что это такое. Так. Но это не подвал. Это не подвал. Подвал выглядит не так. Короче, это просто, наверное, местонахождение этих. Местонахождение тех самых цилиндров. Это просто местонахождение тех самых цилиндров, и все. То есть, игра чисто нам подсказывает, где находятся эти самые цилиндры. Но смысл мне подсказывать, если я их сам, в принципе, могу найти. Сейчас нужно понять, как зайти в комнату с кругляшком, вот с этим. Либо, короче, искать какие-то другие комнаты. Либо, короче, искать какие-то новые секретики в подвале, например. Но, блин, в подвале же там нету ключей специальных для вот... Так, а тут мы были? Да, мы были тут. Там был фонограф. Там был фонограф, мы здесь были, но на всякий случай, наверное, давайте мы сохранимся. Вот так вот, все, пускай будет. Все, окей. Отлично, сохранились. Так, теперь, значит, идем дальше. Сейчас нам нужно вернуться назад и понять, как открыть вентиляционную шахту. Она почему-то, кстати, не открывается. Это плохо. Вентиляционная шахта не открывается. А какой ключ надо использовать? Или они сами будут... Они, наверное, знаете что? Вот эта вот дверь, они, наверное, откроются после того, как я... Ну да, почему-то у меня возникает ощущение, что эти двери откроются именно после того, как я проиграю на органе определенную мелодию. Спокойно. Ты почему руки-то убираешь постоянно, дурачок? Так, сейчас надо бы, наверное, поставить вот здесь пивной рычаг. Для того, чтобы понимать, что он может мне сейчас сделать. То есть, вот пивную вот эту вот штуку явно открутили не просто так. То есть, за этой пивной штукой явно что-то стоит. Возможно, рычаг. И это будет хорошо, если там в итоге окажется рычаг. Это будет прям просто супер прекрасно. Так.
Я нашел еще одно местонахождение цилиндра, оно находится вот тут. То есть вот в этой комнате находится еще один цилиндр, окей. Так, теперь сейчас нам нужно поставить туда наш рычажок. Давайте поставим. Вот он. Так, ставим. Вот он. Так, и что сейчас нужно сделать? И что он открывает? Не понял. Не понял. Чего? Я должен следовать какой-то определенной последовательности, получается, что ли? Так, видимо, здесь нужна какая-то последовательность, я понял. Которая мне откроет какую-то дверь. Возможно, она мне откроет вот эти вот ворота, которые были у Рая, у Органа. Ну, давайте нам попробуем последовательность сделать. Давайте попробуем. Но я пока не понимаю, для чего я эту последовательность сейчас делаю. Я не понимаю. Подожди, может здесь написано? Нет. Тоже непонятно. Тоже непонятно. Так, а здесь что? Так, это просто звоночки. Окей. Блин, а. Пока реально ничего не понятно. Ну-ка, давай. Блин, как мне выбить эту штуку, серьезно? Она не выбивается ни в какую. Видимо, где-то здесь, короче, скрыт код, наверное. В котором нам нужно понять, как вот это вот все делается. Я не понимаю, реально. Может, надо в обратном порядке это все делать? Попробуем в обратном порядке тогда. Тогда по порядку давай. Блин, ну это я могу сейчас всю вечность, блин, играть в эту угадайку, серьезно. Нормальная игра мне предлагает сыграть в угадайку. И в чем заключается смысл этой угадайки, мне интересно узнать. Типа, что я от этой угадайки в итоге получу, мне интересно узнать. По-моему, я в итоге этой угадайки ничего не получу ни хрена. Возможно, где-то была подсказка, возможно, я ее пропустил. Один только вопрос встает, где эта подсказка? Где-то подсказка в итоге может находиться. Вот здесь вот, короче, есть одна комната. Вот по карте есть одна вот со... Или это что? Нет, это не комната. Это какая-то вообще чехня полная. Секунду. А где тогда? Что мне делать-то? Я не понимаю, что мне делать. Я серьезно вам, ребят, говорю. Я не понимаю, что мне делать. Понимаю. То есть мне реально, то есть реально хочет игра, чтобы я играл в угадайку. Блин, ну в эту угадайку я могу играть вообще почти всю серию, чтобы просто понимать, что мне нужно делать. Ой, зря, да? Зря. Спокойно. Не услышит, не услышит, не услышит, не услышит, не услышит, не услышит. Да ну! Да как ты понял? Блин, ну я правда не понимаю. То есть здесь, наверное... То есть здесь явно где-то был код. Где-то здесь явно находится код. Но непонятно какой. То есть сейчас нужно чисто сыграть в угадайку.
То есть просто найти правильную последовательность. Но я, правда, не вижу кода. Я кода, правда, не вижу. Я не знаю, какой код. Конкретно от вот этого комнаты. Я почти все комбинации перепробовал, но ни одна комбинация не подходит правильно. То есть здесь явно какая-то нужна комбинация. Но эту комбинацию я самую первую уже пробовал. 2, 1, 4, 3, что ли? Я то ли правильно делаю, то ли неправильно делаю, то ли уже было какое-то. Я реально не понимаю. По правде говоря. Я уже даже начинаю забывать, какие коды уже были. Блин, неужели это в игре первая загадка, в которой я тупо не понимаю, что мне делать? Я реально уже все перепробовал. Я вообще не понимаю, что мне надо сейчас сделать. Я абсолютно тупо не понимаю, что мне сейчас делать. Вот хоть убей. Либо сейчас остается идти в подвал. Но в подвале я сейчас что сделаю? Здесь в подвале абсолютно делать нечего, потому что здесь... Во-первых, есть закрытая дверь, которая явно открывается как-то по-другому. Во-вторых, здесь должен быть ключ, которого у меня нет. В садах тоже мне сейчас делать нечего, потому что я, по-моему, сады уже вообще, в принципе, все прошел. Потому что здесь особо нету каких-то таких дверей, которые невозможно было открыть. То есть сейчас мне нужно реально просто гадать. То есть игра мне предлагает реально сыграть в угадайку. Что мне нужно сделать для того, чтобы, блин, это... Может, надо вглядываться? Скер Хотел, Виктория Голден, Драгон Сидор. Типа что, первой изобрели, что ли? Я ничего не понимаю. Ну, давай на 8, 3, 1, 2, 4. Я, понимаете, я перепробовал почти, наверное, все комбинации. И ни одна комбинация здесь особо не работает. Либо надо было читать внимательно записки. Либо надо, короче, брать сейчас и записывать все комбинации, которые я использовал. Ну, правда, я не знаю, что еще мне нужно сделать. То есть... Я реально вам говорю, я использовал все комбинации, все. Блин, ну все, я, кажись, нашел первую загадку, на которой я застреваю, потому что я не понимаю, что мне делать. Эта штука тоже... Блин, этот идет сюда, черт! Этот черт идет сюда, блин. Ну, значит, будем обращаться к интернету за помощью, потому что я не понимаю. Короче, оказывается, 1, 3, 2, 4, но, по-моему, я эту комбинацию уже пробовал, и она у меня не сработала. И в итоге, короче, открывается вот эта статуя. Все. Так. Теперь можно спокойно дальше продолжать. Блин, смотри, кого зашли. А все потому, что я случайно один раз нажал на этот. Ну все, короче, давай на. Так, все, заряды закончились, это плохо. Заряды для шкатулки закончились, это плохо.
Это плохо, что для шкатулки заряды закончились. Ну да ладно, мы хотя бы... Ну, короче, я все правильно на самом деле шел. То есть я правильно говорил о том, что в подвале и в саду больше делать нечего, потому что у меня нет определенных ключей с определенными символами. Так. Ну и вот. Вот и вот. Загадки, они здесь не сложные, то есть... Я, короче, правильно понял, что нужно было просто чисто играть в угадайку. То есть угадать правильную комбинацию. Либо нужно было внимательно читать вот эти вот газетные вырезки и так далее. То есть газета явно не зря была там. То есть эта газета явно имела какую-то подсказку, которую я явно не понял, потому что я, видимо, невнимательно читал. Если не читал от слова совсем. И мы сейчас находимся, наконец-то, на втором этаже. Хотя, по-моему, хотя я надеялся, что на второй этаж мы поднимемся с помощью лифта. Так, ух ты, паровозик. Паровозик и сам отель. Так, а здесь не хватает одной детальки. Здесь тоже. И тут тоже. И вот тут тоже. Окей. Так, здесь звонит телефон. Так, телефон. Телефончик, давай. Элизабет, ты там? Мне удалось попасть на второй этаж. Да, я все еще здесь. Надеюсь, что теперь тебе удастся найти способ добраться ко мне. Но, пожалуйста, будь осторожен на втором этаже. Теперь я знаю, что мой отец и дядя придумали всевозможные ловушки. Смотри под ноги. Под ноги. Под ноги, под ноги. Окей, допустим. Где мне искать на втором этаже тебя? На этом этаже в основном комната для гостей. Еще библиотека и комната моего отца. Не уверена. Возможно, библиотека. Возможно. С тобой еще есть кто-нибудь на чердаке, или ты одна? Я уже довольно давно не слышал никаких звуков за этой дверью. Но я все еще слышу, как они рыскают в других комнатах. Будь осторожен, Томас. Буду. Буду осторожен. И сейчас мне нужно найти где-нибудь фонограф. Будет неплохо, если я найду где-нибудь в ближайшей комнате фонограф, чтобы сохраниться и пока на этом сегодняшнюю серию закончить. А мог бы закончить на самом деле и не здесь. В плане того, чтобы если бы я бы не задержался на одной загадке, было бы вообще интересно, было бы хорошо. Они все меня разочаровали. 12 августа 1897. Мой олух, брат... Похоже, подтвердил худшее из подозрений Элизабет после того, как она начала копаться в журналах нашего отца. Теперь она наотрез отказывается петь. Откахивается петь. Так, ну понятно, короче. Она не хочет петь, она протестует, все понятно. Так, давай подзаряди нашу шкатулку, подзаряди. Так, шкатулку подзарядили. Хорошо, так, а что такое? Какая-то разделочная доска. Сюда нужно, короче, что-то потом присобачить. Окей, потом найдем что-нибудь такое, что можно потом будет присобачить. Может быть, не найдем, не знаю. Так. Кто-то отлично проводил время в ванне, как я вижу. Отложил кирпичи и аптечки, нужные мне. А фонографа все еще нет. Так, часики тикают. Картины мажутся. Письма пишутся. Так. В трюме судна. Провиденс. Мавиденс. Создание, обладающим подобной силой. Ну, понятно, короче. Они ее нашли. Так. За дверью кто-то есть. Спокойно, тихо. Я просто не хочу особо зацикливаться на записках. Потому что записки, они... Их долго читать. Я их не хочу долго читать особо. Так. В комнате кто-то есть. Нет? В комнате кто-то есть, да? По-моему, нет. А по-моему, да. А вот не знаю. Так, опять дверь, которая ведет нас непонятно куда. А, в лифт, окей, понятно. Где фонограф? Иди, твою мать. Мне нужен срочно фонограф, чтобы сохраниться. Я хочу пока на этом сегодняшнюю серию закончить. Я вам серьезно говорю, где фонограф? Найдите, покажите мне, пожалуйста, где находится ближайший фонограф.
Так, ну здесь пока наших этих глухарей нету. Так, и опять вентиляционная шахта, которая не открывается. Это плохо. А в следующей серии будем искать... будем как-то собирать остальные эти цилиндры. Фоноков, наконец-то, слава тебе, Господи. Все, короче. Так, ага. Так, ну и все. Вот так вот, давайте. Это правда, мама? Ты тоже участвовал в этом безумии? Не могу поверить в бред дедушки, но что стало в последнее время с моим отцом? Если бы я не узнала об этом сама, что наше состояние сделано на крови, цена которую мы платим за песнь сирены. Это же песня, которую пела ты, мама. Теперь отец хочет, чтобы я выучила ее. Это полнейшее безумие. И все же, она завладела моим отцом. И моим дядей. Завладела даже тобой. Что я смогу сделать? Что я должна сделать? Я не могу поддаться требованиям отца, только не в здравом уме. Только не сейчас, когда я узнала правду, что наследие нашей семьи основано на кораблекрушениях, полученном благодаря чему? На культе, выдуманном дедушкой. Культе, в котором ты служила жрицей. Как ты могла, мать? Нет. Нет, я не должна. Я не буду частью этого. У меня должен быть способ покончить с этой тьмой. Ну вот, собственно, способ покончить с этой тьмой мы с вами и найдем в следующей серии. Пока что давайте мы пока на этом сегодня закончим. Надеюсь, что в последующем мне не придется сталкиваться с этими загадками, хотя... Who knows, who knows. На этом и все.